В Саратовской области поддержат начинающих и семейных фермеров. На соответствующие программы в этом году уже выделено около 120 миллионов рублей. Четверть этой суммы – областные средства, остальные – федеральные. По словам депутата от партии «Единая Россия» Николая Кузнецова, фермерское направление в регионе становится все более популярным. Это очень востребованные программные такие направления. Я вам скажу, большой конкурс желающих начинать свое дело в сельской отрасли.